Привет, мои дорогие. Привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Гера, который куда-то уехал. Ну, потому что, да, все тут такая сенса. И пока я тут стояла перед камином в раздумьях, Йорвит-то куда-то слинял. Мы с вами выполняем задание, по которому то ли суккубы должны обвинить, то ли этого... Ой, как его звали? Но у воина в строгом мундире облик нежный, ему бы косынка, грудь девичья. Ах, что за картинка? Что за кретинка? Меж Еругой и Понтером славится. Мы слышали уже эти стихи от наших эльфийских поэтов. Куда я бегу? Господи, кто так строит? Краснолюды так строят, краснолюды, Гера. Это все они. Старые ворота. Давай поговорим с суккубом, потому что пока непонятно, кто действительно убивал этих молодых людей. Но, во-первых, смотрите, первая улика, что действительно только мужчины. Ну, хотя, да, к суккубе ходят только мужчины. Могла и суккубша их убить. Но, опять же, ей, вот, опять же, всегда ищите причину. Выгоду. Кому выгоднее? Суккубу убивать своих клиентов? Ну, смысл ей. Она с них черпает энергию. Это, так сказать, её... Я не дам затравить себя, как дикого зверя! Защищайся! Ты чё? Ты чё? Ты чё? Ты дурак? Отвянь! Элиас на нас кинулся. Я не хочу... Нет, не то, что я... Я просто бить его не хочу. Элиас, уйди! А можно не драться? Не, нельзя, да? Может, ты очухаешься? Может, ты передумаешь? Бум-бум, подожди, если я вот сюда уйду, да? Смотри, он сюда уже не заходит. Гера, смотри, если мы сейчас уберем меч... Нет, мы уберем меч. Как нам там поменять арт? Да нет. Черт, где были эти дурацкие? Как там у нас менялись? Квен, Акси, вот, давай, Акси. Ну как тебе молнии, там нормально? Да убери. Давай мы его попробуем Аксием обработать. Пускай его судят нормально. Где он, кстати? Вот ты здесь, да? Ты полезешь на меня, на. Ой. Придется бить Элиаса. А кто там еще орет? А кто еще орет? Они тут призраков били. Представляешь, они тут призраков били. Ну ладно, на то они и дежурят тут. Слушай, я просто думала, что там что-то нехорошее, а там вполне нормальный день эльфийский. От этого что-то осталось? Придурка-то этого. Блин, вот зачем я сюда пошла? Теперь я не помню, где я с ним билась-то. Где-то здесь. Похоже, что ничего не осталось, да? Или я профукала? Это травы. Еще раз, Герочка, смотри все внимательно. Это всякие травы. Это травы, это травы.
Там тоже трава. Нет, от него никак, как ничего не осталось. Это очень странно. Какая-нибудь записка. Фиг с ним. Она там все... Отпускай Лютика. Хорошо, что ты прекратил муки этого глупца. Тебя ожидает роскошная награда. Сбрось одежду и расслабься. Гера. Гера, все бывает в первый раз. Элиас? Не Элиас? В конце концов, ты тоже ведьмак. Мохнатые ножки — это не заразно. Чуть тебе на спине, Гера. В сундуке рядом с кроватью я оставила для тебя маленький сувенир, чтобы ты никогда не забывал. Прощай, ведьмак. Лютик где? О! Однако, Герочка, как-то тривиально все это было. Я думала, там суку. Сейчас что-то будет особенное, а там опять... Раз-два, и все. Так, доспехи Тисона. Грач. Это что за грач такой? Черт. Ладно. Я надеюсь, что мы все сделали правильно. Доспехи Тисона. Доспехи ворона лучше. Доспехи ворона лучше. Мы оденем... вот пока так мы оденем, чтобы посмотреть. Слушай, а что еще мне там дали? Что за ворон? Это какое-то зелье или... Где у нас эти... Зелья. Где зелья? Эликсиры. А, да, это эликсир. Ага, ну ладно. Слушай, а красивые. Какими-то рунами расшиты. Ладно, пойдем, походим в них. То есть мы все сделали правильно, я так понимаю. Где Лютик? Сейчас больше это беспокоит. Еще мне кажется, что вот из-за того, что я отсюда ушла, знаете, что я сейчас не буду возвращаться, чтобы мне потом монтировать все вот это вот. Не буду. Я просто потом... Сохраночка-то осталась с самого начала игры. Я посмотрю, оставались ли от него какие-то записки о раскаянии. Вот. И мы таким образом узнаем, наверное, правильно ли мы все сделали. Я думаю, что правильно. Сам же Йорвит тоже сказал, что он сбежал и так далее. Был бы не виноват, никуда бы не сбегал. И кусочек этого металла, застрявший в трупе, это был явно из его меча. Так, а мы с тобой, Гера, давай-ка вспомним, где у нас была таверна. Послушаем опять про женщину, которая упала с неба. Кошка так рядом с рыбой лежит. Мне очень жалко, что я его прибила в прошлой серии. Ну, не прибила, да, оглушила. Ну, так забавно получилось. Так, у нас ночь. Наверное, Лютик спит, я так думаю. Но я бы все-таки его повидала. Я расскажу про бабу. Вот, я расскажу про бабу. Ой, боже, осторожнее. Пусти нет, не надо. Гля, за ним уже я слышать это больше не могу. Смотри, Игра сейчас тоже говорит. Сил нет это слушать. Подожди, Лютик был здесь, по-моему, да, в прошлый раз? Да, он продолжает тут дрыхнуть, как ни в чем не бывало. Лютик!
Может, это все приснилось, Лютик? Да, но на нас Бронька. Охо. Герочка. Охо. Так, Герочка, хо-хо. Эллочка-людоедка. Давайте-ка мы с вами посмотрим, что мы должны еще сделать. Задание, локация, персонажи, чудовище, ремесло. Итак, с трепещущим сердцем мы закончили. Давай-ка мы прочитаем. Суккуб буквально ел у меня из рук. Это Лютик же пишет, да? Так велика была сила моей поэзии. Благодаря мне ведьмак мог поговорить с демоницей. По ее словам, убийца был Элис, ревнивый любовник. А вы должны знать, что любовников у суккуба было множество. К ним относились и все убитые. Геральт выслушал покаяние и отправился поговорить... А, показания. Отправился поговорить с Элиасом. Элиас, конечно же, утверждал, что невиновен. Правду говоря, у нас с Геральтом не было доказательств, которые могли бы однозначно доказать его вину или вину суккуба. Слово «чудовище» против слова «бандита». Трудно было принять решение. Геральт все же решил обвинить Элиаса и представил Йорвиту скромное доказательство, которое ему удалось собрать. Йорвит захотел поговорить со своим подчиненным, но тот был уже далеко. Он бежал. Все еще не убежденный до конца в его вине, Геральт пошел рассказать о случившемся суккубу. Геральт решил, что Элиас виновен, он или нет, рано или поздно убьет суккуба. Разговор с Элиасом перерос в схватку, и Скайтель был убит. Действительно ли Элиас был убийцей, мы уже никогда не узнаем, хотя многое указывало на это. Во всяком случае, ведьмак пришел к выводу, что какая-никакая награда ему полагается, и пошел намекнуть об этом суккубу. Я не стану описывать награду, которую получил от суккуба Геральт, и оставлю поле для воображения наших читателей. Отмечу только, что после ведьмак выглядел гораздо более довольным, чем если бы получил мешок уринов. В конце концов, приключение с суккубом окончилось для нас не самым худшим образом. Но прекратились ли убийства в Вергене, я не знаю, поскольку вскоре нам пришлось покинуть гостеприимный город краснолюдов, и у меня уже не было оттуда никаких известий. Сейчас я когда читаю, я вспоминаю сцену из третьего ведьмака, когда в Каэр Морхене они там гуляют, пьют, и, как говорится, действие или правда отвечает на вопросы. И когда, по-моему, Геральта, да, спрашивали, была ли у него ночь с суккубом, он предпочел действие, предпочел не отвечать на этот вопрос. Интересненько, интересненько, ведь если перенести сохранки, я не знаю, насколько переносится вот эта сохранка, конкретно этот случай с Геральтом, но все-таки, значит, вот у каждого бывает в жизни свой первый суккуб. Ну, может, даже и не последний. Так, что мы будем делать? Возвращение памяти. Так, убийство королей. Лето телепортировалось куда-то к Вергену. Символ ненависти. Артефакт из Сесиль. Ага, меч. А меч у Саски, а Саске нужна кровь, она умирает. Так, пока нет, контракт на гарпии может быть выполнить. Вопрос жизни и смерти. Итак, Саске, известная также как Эддирнская дева, а в кругах близких к королю Хенсельту, как эта обнаглевшая девка, была отравлена. Существует множество преданий о том, как ведьмак вылечил девушку и как, забравшись на стеклянную гору, запечатлел... Чего? Целительный поцелуй на ее алых устах? Только все это неправда. Чтобы приготовить противоядие, необходимо было собрать несколько необычных компонентов. Розу памяти, источник силы, краснолюдский бессмертник и королевскую кровь. Ведьмак занялся поисками ингредиентов. Так, этот самый мы уже нашли. Вечный бой. Где же Трис, королевская кровь? В поисках магии. Более этих самых советчиков поискать. А какие у нас советчики? Советчики у нас, Гера, все где-то на улице, очевидно. Или кто? Или каких советчиков? Ну, не Лютик же нам будет советовать. Естественно, нет. Так что уходим отсюда.
Боже мой. Это вообще что за ведьмак такой? Которая упала с неба. Ой, ты уже тысячу раз рассказывал. Никакого интереса. С Филиппой мы вроде как разговаривали. Кто это? В поисках магии. Пошли туда. А ты у нас ничего не скажешь про магию? Может, мы что-нибудь ему продадим? Так, доспехи. Руны всяческие, чертежи. Кстати, по поводу гарпий. Нам же там вроде как какие-то ловушки нужны, да, для гарпий. Мы можем делать ловушки для гарпий? Для этого нужен кузнец, очевидно. Да. Блокнот стихотворца Лютика, кстати. А я ж его не почитала, елки. Надо было его читать, наверное. Я ж там, смотри, когда пела все эти песни, я же наугад жала. А надо было, блин, почитать. Это вещь для задания, очевидно, да? Вот так вот. Ой, нет, только не вылетай, игра. Фу. Фу, господи. Я, честно говоря, друзья, замучилась с ней. Она вот держит напряжение и каждую секунду может просто-напросто вылететь, отключиться, еще что-то сделать. Вот сейчас что? Ничего не делали. Мозги, ключи. Вот. А, точно! Если б желала дева лечь со мной, то спросила б сердце белой ладони, захотят владеть им или дать мне ласку. Если бы желала дева лечь со мной, я б любил сначала, а потом спросил бы, хочешь закусить ты, коль мне грудь откроешь. Если бы тела смогли сложиться в песню, я, по-моему, так сказала, то спросила бы сердце белой ладони, захотят владеть им. А я, по-моему, так и ответила. Коль мне грудь откроешь. Короче, мы все правильно сделали. У нас все получилось, мы все сделали правильно, мы молодцы. Вот, но сохраниться надо. У меня всякий случай, потому что видали, что? Не знаю, будет ли у вас видно, но у меня прям вылетела она. Взяла и свернулась ни с того, ни с сего. Итак, не, Гера, мы туда шли, и нас сбил торговец. А нам надо куда-то... Через шахты. А, Филиппка. Мне надо к Филиппе, вот. Я вроде с ней говорила уже. Я вроде с ней уже разговаривала, ну ладно. Поговорим еще раз. Мне к ней страшно заходить. Никогда не знаешь, чем они там занимаются. Спят? Филиппа спит? Это так странно видеть ее за таким обычным занятием, как сон. Да, Геральт? Ну и вроде тут ничего нету. А, нет, в тумбочке что-то есть, что-то есть. А вот на тумбочку мы никак не зайдем. А почему так? Смотри. Почему я не могу зайти в тумбочку? Потому что дверь открыта в этом шкафу. Ну да. И Гера, ты наш здесь не прыгает. Ой, ладно. Все, буди. Или повставай. Ты хотел поговорить? Ага. Татуировку нет. Ты говорила, что нужно найти магический... А, Трис я ищу. Мне надо найти Трис.
Ты сказала, что для лечения Саски нужен магический предмет. Есть идеи, где его искать? Как ты знаешь, такие вещи на дороге не валяются. На счастье, у этого места богатое прошлое. Битва призраков, казнь Сабрины Глевисик, заброшенная шахта. Я надеялся, ты мне скажешь что-то более определенное. Я же не прошу тебя ходить с волшебным прутиком и разыскивать зарытые сокровища. Прояви немного инициативы. Проще всего сперва поговорить с местными. Староста Бурдон знает здесь каждый камень. Может, начать с него? Я такая... Ну, пошли искать старост, пока они там все спят. Бурдон как-то... Это значит, надо было к ней подойти, она бы мне сказала, и я бы тогда нашла всех этих старост. Так, Бурдон, вот он прямо тит-сорока тут. Не знаю, что за тит. Кто такой тит-сорока? Тут одни вороны. Он тут? Вроде как кузнецы. Майер. Тит-сорока, очевидно, не в этом доме. Если он вообще в доме. Фига себе. Не, подожди, Геральт, я не знаю, куда показывает этот указатель, но вроде как где-то здесь, если смотреть по большой карте. Ну да. Просто у них тут эти огромные владения. Смотри, чего себе. Вот он, спит. Сесиль, вставай. Кости, налоги. Это мы все спрашивали. Саски... Нужна помощь, Сесиль. Филипп может приготовить противоядие. Но для него необходим магический предмет. А, цветок папоротника или пляшущая мандавошка? Я в магии не разбираюсь. Но есть у нас одно место. Сколько себя помню, оно всегда притягивало чародеев. Они говорили, что там сильные интерсекции. Или что-то вроде того. Там это где? В лесу за Вергеном. Погуляй по развалинам. Это место силы. Думаю, ты его не пропустишь. Эй, что ты как в воду опущенный? Саски крепкая девка. Вылезет. Выше голову. Спасибо, староста. Нет, ведьмак, это тебе спасибо. Спасая эту девушку, ты спасаешь мой город. Так, с другими мы уже не должны разговаривать. Сесиль Бурдон, я к тебе так удачно зашел. Гаси свет, Гера, гаси. Боже, Кайло, не, наверное, это мне ничего не надо. Кстати, сколько у меня денег? Вот так вот на всякий случай. Я помню, что мне нужно было что-то около 5000, чтобы сделать этот костюмчик-то. Ну, вроде как есть. У нас 5000. Вот он хитрый, смотрю, он повесил корзину, положил корзину, чтобы я из него ничего не вытащила, чтобы у меня огонь перебивал ее. Но там кожа, поэтому ладно. А с другими... Ну ладно, я с Сесилем поговорила, с другими людьми можно было поговорить. Ну пошли искать место силы. А я там гуляла. Ой, господи, извините. Я там уже гуляла, значит, так, так, мы сейчас так, вот так, вот так. Потом... Как же это выйти-то?
Нельзя было здесь прорыть напрямую. Так-так-так, потом мы идем сюда. Наверное, мы выйдем. Сюда же, да? Теперь сюда. Так, это таверна. Смотри, не выделывайся. Ты сейчас у меня получишь. Меня не трогай, когда я в поиске пути к квесту. Особенно по вашим тут закоулкам. Я зла и нервозна. Ого, вот этого я не видела. Тут такие плавильни. Тепленько вам тут должно быть. Ну да, ну да, ну да. Вон там эти поэтические эльфы. И... сюда. А я там была. А где там? Там, да, там были места силы. Но... что это миллион раз уже было. Ой. Или все-таки нам придется есть грибы? Кира, мы здесь пройдем напрямик? Не. Ну, тут есть... вот, хмель. Ничего, я уже тут не буду изучать. Единственное, что достань, Кира. Меч тут. Чудище вечное. Вон они, вон они, вон они, да? Как вас столько родить? А, у меня акции? Офигеть. Так, во-первых, мне нужен не Акси, а все-таки арт, который мы прокачивали. Арт Аргера. Вот. Во-вторых, гарпий. Давай-ка собирать. Если у нас будет квест на перья, то вы сами помните, перьев там нужен мешок, причем не один. Поэтому берем все. Будем потом выкидывать, если что нам не нужно. Сейчас просто не хочу возиться и сортировать. Что тело мы тоже прихватим. Я как знала, что тут прям меч надо таскать и не убирать его. Как туда я наверх попадала? Как-то попадала. Опять, да? О, это нахер! Вера, они могут тут запросто. Фух, смотри, как они нас накернули. Такая куча накеров может запросто нам доставить очень нехорошую неприятность. Как будто бывают неприятности хорошие, да? Да. Здесь мы вроде были же, да? Ну да. Здесь мы ходили в эти катакомбы. Давай-ка мы вот
тебя тут подкачаем. А чё это, Герак, куркаешься? Как же мне наверх-то забраться? Ты явно наверху. Ай, вон башня. Ну, это вряд ли. Прыгать наш Гера не умеет. Как же мне туда пройти? Вот мы все кругом обежали. Необычная задача. Не, серьезно, как туда забраться? Ну-ка, карта. Мы уже все открыли, да? Так перепрыгнуть. Может, есть какой-то подземный ход? Но я не вижу. Ну вот, смотри, но здесь Гера не залезет, да? Это здесь спрыгивается. Мы сюда подбегали оттуда сверху. Значит, остается... Хорошо, давай попробуем обежим. Красота. Может, можно как-то прыгнуть? Хотя Гера на такие расстояния не прыгает. А, дух прыгает. Медальон дрожит. Похоже, где-то рядом сильный источник воды. Гарпий тут слишком много. И комета летит. Да, Гера прыгает. Гера вдруг стал прыгуч. Могуч. О, да, давай. Ой, тут какая-то огромная гарпия. Тут какая-то здоровенная гарпия. Кстати, контракт на гарпии уж. Не здесь ли это?
Так вот, что там было с этой огромной гарпией? А ничего, все то же самое. Кстати, о птичках. Может быть, мне действительно надо было сначала сделать контракт на гарпии, а потом уже идти сюда. Боже. Ух ты! Белое пламя. А ну-ка, давай почитаем. Кого-то они тут прибили, книжка «Белое пламя». По-моему, мы читали. Среди всех правителей нашего времени невозможно не назвать императора Нильгарда, прозванного Детвен Адан Ункарн Аэр Морувит, что в переводе со старшей речи знает «белое пламя, пляшущее на курганах врагов». При звуке его имени содрогались короли от Буины до Яруги. Легионы облаченных в сталь нюргазских солдат попирали ногами королевство и свергали королей с престолов. Ненасытный в своих амбициях император дважды пробовал покорить весь север и каждый раз был вынужден подписать мир. Хотя сам он не появляется лично в нашем повествовании, однако персона его настолько несколько раз бросала тень на описываемые мною события. Да, имя у тебя знатное. Слушай, а что ты тут делаешь? Искатель приключений или кто бы ты ни был? Что ты тут делал? Травку собирал? Это опасное место для сбора травки. Что ты тут еще у меня? Светилось. Да-да, сейчас им пойдем. Мы пойдем на башню, не переживайте. Я ее заметила. Вы иногда мне такие эти... пишите... очевидные вещи, там типа, ну вот же, как же можно не видеть? Если я не реагирую, еще не значит, что я не вижу. Вот, даже если я с этой локации ушла, как это было в Балдургейте, как же вы ушли с локации, не взяли кровь Латандера? Без паники. Только если я закончила игру и начала новую, это значит, что я действительно не пошла в эту локацию. Вот так вот. Так, ну что, поднимаемся, Герешка. Тут гнездо гарпии. Магический кристалл. Отдать Филиппе странный предмет. Это все, что нам надо было? А там наверху... А что вот это такое? Тут, наверное, Хенсель, да? И вот сейчас все это срань бежать обратно. Подожди, ну-ка давай почитаем. От старосты узнал, что в ближайшем лесу есть место, где когда-то жил кто? Чародей. Вооружившись картой Сесилия, ведьмак. А карты Сесилия, ведьмак отправился на поиски. Слушай, а мне надо было с двумя другими, очевидно, да, поговорить? Да? Да? Я вижу, что там в тексте был огромный пропуск. А огромный пропуск, что, наверное, кто-то еще что-то говорил. Вещь для задания. Краснолюдский бессмертник, между прочим. Я могу его осмотреть? Не, не могу. Магический кристалл. Вещь для задания. Так, это меня сейчас наводит на мысль, а правильно ли я все сделала, Гера? Вы правильно все сделали? Больше мне некуда идти. Вот, или мне надо было сделать контракт на этих чертовых гарпий. Все дело в том, что я уже знаю, в этой игре можно сделать что-нибудь не то и что-то упустить. Гарпии обитали на скальных, Геральт не мог забраться в гнезда. Крылатые твари сами должны были себя погубить. Ловушки для гарпий. Вот, ловушки для гарпий мне нужны. Так что вот так вот. Поэтому я сейчас в раздумьях, а не вернуться ли мне немножечко пораньше с охраночкой и поговорить сначала со всеми, а потом идти к Сесилю. Но меня там показывал вовсе не Сесиль. Ну, в чем дело? Ох, вы какими цветочками вы там летаете.
Вот, поэтому, друзья мои, серийка будет коротенькой. Герочка сейчас сбегает куда надо, наверное. Давайте мы отсюда выйдем, потому что вдруг там еще что-нибудь интересное будет. Вот, и если я увижу, что что-то меняется, то есть я зайду в сохранки, заодно мы посмотрим, что там осталось, что-нибудь от этого, господи, как его, любовника этого, неудачника суккубовского. Вот, а заодно я посмотрю, что если поговорить с другими, не только с Сесилием, а еще с двумя, то наверняка будет какая-то расширенная история. Но я вам сразу скажу, что если я увижу, что это просто пару слов, и для этого мне надо записывать еще час игровой, то я этого делать не буду, я вам просто расскажу, и вы мне поверите, не правда ли? Да? Давайте мы на этом и договоримся. Соберем грибочки, остановимся здесь и встретимся в следующей серии. Ну а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.